Математик Джордж Данцик. Когда будущий математик Джордж Данцик был еще студентом, с ним произошла следующая история. Джордж относился к учебе очень серьезно и часто засиживался до поздней ночи. Однажды он из-за этого немного проспал и пришел на лекцию профессора Неймана с 20-минутным опозданием. Студент быстро переписал две задачи с доски, полагая, что это домашнее задание. Задание было трудным. На их решение у Джорджа ушло несколько дней. Он принес решение профессору. Тот ничего не сказал, но через несколько недель ворвался в дом Джорджа в 6 утра. Оказалось, что студент нашел правильное решение двух ранее неразрешимых задач в математике, о чем даже и не подозревал, так как опоздал на занятия и не слышал преамбулы к задачам на доске. За несколько дней ему удалось решить не одну, а две задачи, над которыми математики мучились тысячу лет, и даже Эйнштейн не смог найти им решение. Понравилось? Ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся. Дальше больше.